центр занятости – это именно та платформа, которая заинтересована в том, чтобы ты начал свое дело. Поэтому они максимально замотивированы тебе помочь, и чтобы ты стартанул свое дело максимально, соответственно, уверенно и успешно. Здесь довольно много сейчас появляется бизнеса. Регион активно развивается, привлекаются инвестиции и так далее. Но люди, как правило, не хотят или не могут постигать все нюансы маркетинга. Маркетинг — это нужны фотографии, это нужно сделать дизайн, это нужно настроить рекламу, там, таргетированную, не только. Вот. И не у всех есть возможность иметь отдельного человека у себя в штате, который бы занимался бы этими вопросами и прорабатывал их. Поэтому было принято решение, опять же, о создании такой услуги. Да, голову чуть, ага, левее, да. А если мы говорим о профессиональной деятельности, это речь идет о профессиональной технике, которая стоит, ну, недешево, скажем так. И здесь как раз-таки очень мне сильно помог центр занятости. Это было 200 тысяч рублей. Соответственно, это как раз-таки та сумма, которая мне позволила сделать первый, но очень важный шаг – это покупка профессиональной камеры. Вот, также были докуплены, помимо камеры, различные доп-аксессуары. Также был закуплен непосредственно для работы мощный профессиональный ноутбук, который удовлетворяет все мои задачи. Вот. Ну и, соответственно, очень сильно помогли мне с консультированием. Мне все объяснили, все показали, как открыть ИП, как его вести и так далее. То есть вопросы, в которых я мало, скажем так, что понимал, здесь тоже консультационная поддержка, ее тоже, она не менее важна, чем поддержка финансовая. Свеженапечатанный. Хорошо. По сути, нужно только одно – желание, и все, действительно, поскольку я даже немножко был удивлен, насколько все просто. То есть, действительно, люди заинтересованы в том, чтобы развивать какие-то стартапы, развивать каких-то начинающих предпринимателей. То есть нет такого, что на тебя там смотрят, как бы еще один пришел. Когда была защита, я немножко переживал за счет этого, то есть как она будет проходить, я не знал. Но вместо того, чтобы это был какой-то заваливание студента, это была такая дружеская беседа, где мне еще дополнительно помогали, что-то объясняли, поддерживали, говорят, что классно, давай начинай. Поэтому здесь нужно только желание, соответственно, обратиться в центр. Поэтому следующий шаг – расширение штата, уже брать каких-то людей дополнительно, чтобы уже охватить больше объем заказов.